Опять непонятных для меня багов. Ну да ладно. Все фигня. Сейчас главное убедиться, что все работает. Потому что же очень хочется показать вам. Плюс яркость я поставил на такой уровень, чтобы казалось, что, ну, приблизил к реальности, потому что хочется, чтобы когда темно и вас не видят, было реально темно и нас не видят было. Потому что когда первый раз запустил дабл агента, яркость была походу настолько высока, что казалось, что противник просто долбится в глазки и не видит на 2 метра вперед, впереди себя. Оказалось, что просто яркость высокая стала. Вот здесь то же самое. Ну, как бы раньше на это не сильно обращали внимание. Давай сейчас обращаю внимание, что лучше понижать яркость. Потому что иначе вообще не роскошно. Насморк какой-то напал. Ну да ладно. Лучшая игра. Как вот видите, уровень яркости, что нас видно, реально видно. И вот где темно, нас почти не видно. Это очень-очень-очень важно, на мой взгляд, при игре в Splinter Cell. Так, нет, все-таки надо будет перенастроить немного. И встать, присесть, поставить на С. Потому что я как-то по привычке уже нажимаю С. Перенастраиваю. Да, с помощью как-то менять руку можно. Сейчас посмотрим. Потому что смена руки, это, кстати, тоже очень такая важная вещь. Но я сейчас не вижу. Нажимаю кнопку. Передний рукоять. А, лаунчер, все, просто. Да господи. Ну-ка, если переодеть насадку, он будет зумиться? Не, помню, просто стрельба будет более точно. А, вот смена, я нашел. Господи, да кукурузник. Ладно, давайте. Блин, вот громко появилось, то, что вы можете шуметь, то теперь этот индикатор есть. Раньше приходилось это вручную. Плюс автоматическая смена, что не приходится самому нажимать на Q в определенных местах. Прекрасная функция ползти, вообще шикарно. Это очень сильно. Я слышу звуки выстрелов. Фишер, у тебя все в порядке? О, это да. Где-то впереди, Ламберт. Когда я думаю партизан, мне слышится Калашников. Что ты имеешь в виду? Меня так часто стреляли из АК, что я могу точно сказать, что сейчас стреляют не из него. Я понял. Узнай, что за странные вещи творятся у них ну-ка, с оружием, и держи нас в курсе. Стрелки тут у нас просто мастерские. Пожалуй, ты прав насчет оружия, Сэм. Да. Похоже, эти парни вооружились тем, что принято называть новейшими образцами оружия. Постарайся выяснить, как оно попало к ним. Проверь, возможно, на контейнерах остались штрих-коды. Просканируй их с помощью прибора электронного видения.
Нет, это очень круто, что теперь некоторые объекты видны. И нас видно, причем, если даже слегка мы выходим из абсолютной темноты, нас уже видно. Видите, парень уже напрягся. Поэтому давайте будем. Вот здесь прекрасная функция не только переключить, но и проколоть. Игра не останавливается в этот момент. Один есть, Сэм. Попробуй найти остальные четыре. Кто это сделал? Постараюсь. Обратно верните. И мы прям начинаем красться. Врага. Просто великолепно. Я не помню, что именно там. А, вот эта лампочка. Да, еще надо кое-что, одну кнопку тоже переставить. Использовать экипироваться. Вот, вот это. На контроле как раз поставить. Думаю, достаточно удобно. Вот здесь появилась вот просто идеальная функция на пистолете. Это отключение света. Очень удобная функция. Отлично. Да, и теперь вот есть офигенная функция. Тихо открыть. Ему хватило, когда он перестал шумно говорить. Открыть и так далее. А, здесь. Да он уже целый час не в состоянии говорить. Может, он притворяется? Иисус. Да, клянусь, что он притворялся. Притворялся. Да у него язык стал как кусок сырого мяса. А мозг... Хватит. Добавь напряжение, Сол. Уже стоит на максимуме. Что? Может, принести новый аккумулятор? Ха-ха. Что скажешь, амиго? Ты хочешь новый аккумулятор? А? А? Погоди-ка, он же... Его уши. От них дым идет. Кажется, меня сейчас вырвут. Похоже, он мертв. Есть только один способ убедиться в этом. Я пойду прогуляюсь. Ой, что-то я не рассчитал. My bad. Один есть, Сэм. Попробуй найти остальные четыре. Постараюсь. Что здесь со светом? Свет отключили вначале. Мне. О,
что там творится? Готово. А, ну да, мы же обошли этот мост. Заставляют нас бегать. Здесь все в порядке. Сейчас ты умрешь. Интересно, он развернется или нет? Ну, это был эффект. Мне что-то показалось. Господи, никогда так этого хамника не разлетал. Ему хватило, когда он перестал говорить. Говорить? А, да он уже целый час не в состоянии говорить. Может, он притворяется? Да, клянусь, что он притворялся. Притворялся. Да у него язык стал как кусок сырого мяса, а мозг... Хватит. Добавь напряжение, Сол. Уже стоит на максимуме. Что? Может принести новый аккумулятор? Ха-ха. Что скажешь, амиго? Ты хочешь новый аккумулятор? А? А? Погоди-ка, он же... Его уши. От них дым идет. Кажется, меня сейчас вырвет. Похоже, он мертв. Есть только один способ убедиться в этом. Я пойду прогуляюсь.
не была закрыта. Фу, воняет. Я его не вижу. Он должен быть где-то. Не ожидал. Она ведь была закрыта, верно? Воняет. Мне не нравится то, что я слышу, Фишер. Звук цветочки. Хорошо, что ты не слышишь запах. Ты уверен, что он мертв? Мертвее некуда. Ладно, оставь его. Нам по-прежнему нужно получить записи допроса. Грим свяжется с тобой. Сэм, это Грим. Необходимо, чтобы те сведения, которые Морген Хольт мог выдать им, никогда не вышли за пределы этого места. Сделаю. Я отследила сигнал беспроводной связи, которым пользовался техник, вышедший из комнаты до твоего прихода. Значит, я должен найти файлы, которые он загрузил на их серверы. Именно. Судя по тому, как все выглядит, у боевиков здесь был временный лагерь. Не похоже, что они установили здесь какую-нибудь сигнализацию. Это хорошо. Точно что-то слышал. Отлично. Тебе лучше пойти и проверить. Что? Теперь твоя очередь проверить. Очередь тут не играет роли. Дело в старшинстве. Старшинство? Что это такое? Союз или что-то еще? Пока нет. Но как только мы захватим власть, мы создадим союз. Так что тебе лучше уже сейчас слушаться меня. Ну ладно. Разве это справедливо? Идешь сражаться за то, во что веришь, а в результате лишь меняешь одного угнетателя на другого. Да, точно. Ну, вот сюда. Ну, физика стала гораздо. Кажется, стало лучше. Корабль очавил. Все в порядке? Да, они уже отошли далеко. Сколько людей поехали с ними? Лассерда. И четверо с ним. А ты справишься с дежурством без этих четверых? Никто не проскользнет незамеченным, сэр. Я думаю, все подтверждается, Фишер. Да, похоже, Лассерда давно ушел. Возможно, нам удастся выследить его с помощью эшелона. Пока не думай о нем. Мы будем держать тебя в курсе. Есть 4 из 5 контейнеров, Сэм. Остался последний. Ой, почему все погорел? А ты справишься с дежурством без этих четверых? Никто не проскользнет незамеченным. Я думаю, все подтверждается, Фишер. Да, похоже, Лассерда давно ушел. Возможно, нам удастся выследить его с помощью эшелона. Пока не думай о нем. Мы будем держать тебя в курсе. Есть 4 из 5 контейнеров, Сэм. Остался последний. Thank you.
Господи, я же потерялся на секунду. Вот так вот и сиди, залипай в доску. Слушай, Райда. А за тебя будут ходить злые дяди. Из Америки. Читал последние газеты? Нет. Там что, кто-то ходит? Да! Не знаю, это меня и беспокоит. Это тот самый сервер, на который техник залил запись допроса Моргенхольда. Ты должен добраться до него. Ты молодец, Сэм. Вся информация, которую они могли получить от Моргенхольда, стерта. Исчезла без следа. А что, если они забеспокоятся по поводу пропавших данных? Было несложно сделать так, чтобы твое вторжение выглядело как ошибка в работе программы. Не переживай, у тебя лучшее в мире оборудование. Прекрасно. Спасибо, сладко. Отличная работа, Фишер. Если нам удастся расшифровать эти коды, мы, возможно, спасем немало жизней. Как получилось, что никто не старается спасти мою жизнь? Ну, если хочешь, я могу нанять еще аналитиков, чтобы расшифровывать это письмо. Вообще-то, если подумать, меня устраивает положение вещей. Просто... мастер скрытности Сплинтерса. Ну как-то вот так вот мы будем проходить это задание. Вообще раньше я убивал всех. Просто. Тут на самом деле можно было воспользоваться типа вот тем тросом. Спуститься, ну, к этому маяку на тросе, а не вот так вот пешком. Но... так как-то проще. Вот. Но, если не ошибаюсь, здесь можно четверых, по-моему, повязать на допрос, а не слушать разговоры охранников. Ну, потому что не всегда удается нам послушать тот или иной разговор. Да, вот это вот очень круто, что Сэм замирает в том положении, в котором ты его Вечерняя звезда Марии Нарциссе, прием. Мария Нарцисса на связи. Слушаю, вечерняя звезда. Груз получен. Мария Нарцисса, все в порядке. Понял вас, вечерняя звезда. Наша команда на борту, мы готовы отправляться. Подтверждаю отправление, Мария. Понял вас, конец связи. Мария Нарцисса. Я надеюсь, ты не пытаешься снова отправить меня на свидание с незнакомой девушкой. Мария Нарцисса — это корабль. Как и та девушка, с которой ты пыталась меня познакомить в прошлый раз. Фишер. Молчу. Мария Нарцисса — грузовое судно, принадлежит португальской компании Челестиния Инкорпорейтед.
зарегистрирована на Филиппинах. Транстихоокеанские грузовые контракты. Не хватает многих деталей. Это выглядит подозрительно. Это выглядит так, как будто я снова отправляю тебя на свидание с незнакомкой. Не дождусь встречи с ней. Фишер, основная задача выполнена. Мы можем забрать тебя, когда захочешь. Тебе нужно подать сигнал с крыши маяка. Только сначала не забудь выключить свет. Понял вас. Где-то тут есть веселый дяденька-охранник. Которого я не верю. Вообще. Давайте. А, вот. Это, кажется, единственный оглушенный ваш противник. Найс. Статистика. Ну, как-то так. Ну, там его невозможно не оглушить. Не, его можно скинуть вниз, например. Убить. Ну, а нам же этого не нужно. Ну, такая статистика в среднем должна быть у настоящих игроков Splinter Cell. Что ты был тенью. Мастер тени. Тело похищенного американского компьютерного инженера Брюса Моргенхольта было найдено в одной из деревень Перу этим утром. Организатором похищения называют Уго Ласерду, лидера молодого партизанского движения под названием «Глаз народа». Перед нами крейсер Клэренс Е. Уолш, который направляется в Желтое море на свое первое задание. Секретарь Министерства обороны Фрэнк Мейсон назвал это судно флагманом 21 века. Мейсон заверил, что Америка не подведет своих японских союзников. Искренне надеемся, что присутствие Уолша, оснащенного по последнему слову военно-информационных технологий, поможет разрядить напряженную ситуацию в регионе. Ага. И еще небольшой сюрприз. Сведения, которые ты добыл. Уолш будет все время держаться в пределах дальности вертолета от Марии Нарцисс. Ну да. И, конечно же, игра в момент вылетает.